То есть все-таки изначально была идея просто для души, просто поиграть в хорошем составе, себя показать, показать технику, пропагандировать аккордеон, да? Да, скорее всего. Ну а сейчас это осталось? А сейчас это уже сложновато. Когда уже все, в принципе, люди работающие. Раньше мы были студенты, мы приехали, нам было как-то легче, мы не работали, и у нас было времени. Много, свободно. А сейчас все с семьями, все с работами, поэтому сложновато собираться. И если, конечно, получается так, что нас зовут на какие-нибудь мероприятия. К сожалению, нет такой целенаправленной, спланированной концертной линии, концертного графика. Вот именно этим составом. Поэтому собираемся для конкретных предложений и событий. Проектов. Да. Тогда скажите вот что. Вы коллектив вообще такой самодостаточный, в смысле того, что вы не принадлежите какой-то там, не знаю, государственной структуре, вы же. Или все-таки вы под крышей какого-то. Ну, я не знаю, учреждение. Наша крыша, небо голубое. Ну, я так намекаю, Тамаша-то когда появилась в вашей жизни? Тамаша в нашей жизни появилась? Да. В 2002 году. Нет, или это было немножко позже? Год назад, полтора года назад, можно сказать. Мы тогда готовили программу с оркестром госансамбля песни танца, в которой Антон был солистом. Вот. Ну, и все ребята тоже принимали в ней участие. Вот. Тогда мы впервые начали такое плотное, интересное сотрудничество продюсерским центром «Тамаша». Ну, я пользуюсь случаем, хотел бы Гузель пригласить сюда к микрофончику. Не будете стесняться? Ну, директору продюсерского центра, я думаю, что нетрудно ответить на пару вопросов. Так, ну, можно поаплодировать. Подними, поаплодируй, да. Значит, вот Гузель как продюсер коллектива хотела, наверное, хотела бы ответить на один мой коварный вопрос. Можно на много коварных вопросов. Правда? Конечно. Чем так вот влюбили-то ребята себя, что вы не смогли устоять? Вот и сейчас вот тоже не можете устоять перед ребятами. Когда так много талантливых, красивых. Очаровали. Знаете, я сама музыкант, я неравнодушна к таланту. И когда я вижу рядом с собой талантливых людей, я не могу устоять от соблазна помочь им продвинуться дальше. И тем не менее, ведь просто помочь, это не так просто. Нужно вкладывать силу, возможно, даже какие-то материальные средства, чтобы ну, как-то на более высокий уровень. То есть вы как женщина готовы вот этих парней таких вот круглолицых. Самодостаточно. Да, поддерживать. Потому что они вроде как самодостаточные. У многих, я знаю, даже не одна работа, кроме этого коллектива. Ну, действительно, музыкантами талантливыми, неравнодушными к своему делу, ими всегда движет нечто большее, чем просто обладание одной, двумя, тремя, десятью, пятнадцатью и так далее работами или подработками. А сейчас настало такое время, когда, в общем-то, время больших звезд. Но я считаю, что Татарстан в этом плане действительно просто находка, потому что у нас просто кладезь талантов. У нас так много талантливых людей, и о них не знает Россия. Понимаете, за это обидно, действительно. Потому что ну, в нашей России не только же Башмет, не только Спиваков, не только Денис Мацуев, которых все очень хорошо знают и без представления особенного. У нас есть вот такие замечательные музыканты, как Антон Попов, который переиграл на конкурсе всех швейцарцев, всех французов. Так ведь? Я правильно говорю? Гузель, а вы с гордостью можете сказать, куда вот вы, ребят, ну в хорошем смысле, продавали на международную, может быть, на российскую сцену? Ну, мы, знаете, мы пока еще только начали наше сотрудничество, да, у нас перспективные планы, а пока мы их раскрывать не будем. Но дело в том, что вот Евгений Антонов у нас является не только талантливым музыкантом, аккордеонистом, не только руководителем экспресс-квартета, да, вдохновителем большого количества акций. Вот сейчас у нас вместе с этим же коллективом, с экспресс-квартетом, с этими прекрасными музыкантами планируется 31 мая благотворительная акция. Опять-таки идейным вдохновителем стал Евгений Антонов. Эта акция носит название «Искусство детям». И впервые самые талантливые учащиеся детских музыкальных школ
будут музицировать на сцене вместе с солистами экспресс-квартета. Ну, это, я считаю, что просто уникальная акция для Казани. Совершенно верно. Да, и все это будет показано для детей-инвалидов, для детей-сирот. То есть наша глобальная задача просветительства, и мы к этому идем. Но не только, и я думаю, что дальше мы будем развиваться. Планов спасибо большое. Давайте поаплодируем нашей гости сегодняшней, Гузель Абульхановой. Я думаю, что коллектив, который сегодня у нас в гостях, заслуживает мировых высот. Я думаю, что сегодняшняя наша встреча, сегодняшняя наша трансляция отчасти поможет продвинуть творчество экспресс-квартета далеко за пределами Казани, Альметьевска, там, Москвы и так далее. Да? Согласитесь? Я думаю, что это должно быть именно так. Жень, ну что, надо что-то сыграть, а то мы говорим это долго. Да, ну, как раз о том, что далеко за пределы нашей страны. Вот мы сейчас исполним пьесу, которую мы впервые услышали на компакт-диске, привезенном из далекой романтической Франции. Вот. Эту пьесу написал Самюэль Гарсия, называется «Паскаликоба». Для тех, кто не знает, это латиноамериканский танец вроде самбы. Thank you.